По образованию я инженер. Просидела за рабочим столом несколько лет с мыслью «Зачем?». А тут вдруг появляется семья, ребенок. И ты понимаешь, что ты уже себе не принадлежишь. Но смутно догадываешься, что труд – это не обязательно неизбежный груз. И когда в руки попала глина, я поняла, что больше я ее искать не хочу. Это ощущение, которое я тогда получила, оно теперь навсегда. Надо пробовать, надо искать. Можно найти дело, которым ты будешь гореть.